дети читают стихи. Малая Галила, 10 лет, ученица 5 класса, Центр образования Юлдаш, село Кучни, Табасаранского района, Расул Гамзатов, покуда вертится земля. Я солнце пил, как люди воду, ступая по нагорьям лет, навстречу красному восходу, закату красному во след. В краю вершин крутых и гордых, где у сердец особый пыл, я звезды пил из речек горных, из родников студеных пил, из голубой небесной чаши, в зеленых чащах и лугах. Я жадно воздух пил сладчайший, настоянный на облаках. Я пил снежинки, где тропинки переплелись над крутизной. И помню, таяли снежинки, пути пригубленные мной. Я весны пил, когда осели, в горах пекутся, там и тут, где крепко градусами север. Я пил мороз, как водку пьют. Когда я грозы пил, бывало, чья слава землям дорога, как будто верхний край бокала сверкала радуга дуга. И вновь шиповник свел колючий, сочился хмель из темных скал. Я, поднимавшийся на круче, хмельные запахи вдыхал. Земной красой я убивался, благословлял ее удел, не разлюблялся, убивался и песни пил, как песни пел. Людской души сложна природа, я пил с друзьями заодно, в честь горечи бузу из меда, в честь радости бузу из меда, в честь горя горькое вино. Если в сердце пил, то не забавы пил я и утех, я Хиросимы видел пепел, и фестивали слышал смех. Люблю и радуюсь, и стражду, и день свой каждый пью до дна, и снова ощущаю жажду, и в том повинна жизнь одна. Пускай покину мир однажды, я жажды днем не утолял, но людям жаждать этой жажды, покуда вертится земля.